Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы вам продемонстрируем сборку отливочной головки по системе OneShot. Сейчас у нас осталась последняя плита на фрезерном станке ЧПУ. Мы сейчас ее будем снимать и продолжим сборку этой головки. Вот мы получили полностью готовую деталь, нарезанную. Здесь и резьба у нас есть. Сборки головки. После механической обработки мы получили наши 4 плиты, полностью готовые к сборке. К ним в комплект входят еще пара дюз, которые являются системой OneShot, нержавеющие винты, алюминий мы используем пищевой. Теперь мы начинаем нашу сборку. Мы устанавливаем дюзы под начинку. Устанавливаем дюзы под корпус конфет. Производим установку и скручивание плит между собой. После сборки нашей отливочной головки устанавливаем ее на штатное место отливочной машины. Мы установили отливочную головку в штатное место. Машина находится в рабочем состоянии. Сейчас мы проведем тест на продукте.